Приветствую всех друзей, вы на канале Shadow Lil Play, меня зовут Дмитрий. Друзья, мы продолжаем с вами Ведьмака 3 и находимся на своей вилле винной. Куда я больше никогда в жизни не зайду, потому что у меня там теперь живет бабушка, которая что-то постоянно ест. Больше ведьмак здесь и ноги свои не покажет. Я не знаю, как там дворецкий с ней сидит, но это довольно жутко, конечно. И чинить я ее тоже, наверное, не буду. Хотя, может быть, если деньги лишние будут. Кстати, о деньгах. Давайте, наверное, эту серию посвятим вот этому вот квесту, который давно уже пора посмотреть. Гвин, большой турнир в Баклере. Ну, может быть, мы там что-то и заработаем. Как раз нам нужны деньги. Денег маловато, мы доспехи выковали. В прошлой серии. Или позапрошлой. Не помню какой. Позапрошлой, по-моему. Полные. Гроссмейстерские на медведя, а мечи только остались. Но это попозже. Мечи, в принципе, нас устраивают. Мечи здесь выпадают иногда неплохие. Вот доспехи, да, приходится самому руками добывать. Ну, не своими, а кузнеца. Ну что, поехали. Поехали, наверное, поспрашиваем, что за турнир. Не думаю, что это будет чисто карточная игра. Потому что у нас уже один турнир был. Когда-то, и тот не закончился... Чисто победы, там всякие интриги начались. Ну, не просто карточная игра, а как обычно с примесью чего-нибудь. Поехали. Поехали, говорю. Успокойся, хватит драться. Так, нам сюда. Нам сюда, Баклер тут. Кстати, тут появилось... Ох, открыли мы, да, череда. Прям на берегу. Бери вот так лодку, я плываю каждая. На этом мы еще успеем. Возле корчмы находится это местечко, ближе, наверное, через вот этот вот район, или через главный рынок, да, через главный рынок. По крайней мере, поспрашаем, что нужно для участия. Колоды у нас с Келлиги нет пока что. Мы еще не собрали, потому что мы побывали не во всех местах, не хватает процентов 20, наверное, карт. Но я не думаю, что именно ей нужно будет играть, хотя кто его знает. Может, сейчас скажут, собери колоду, а потом приходи. Так, я, наверное, пешком добегу. Так будет гораздо быстрее. Опа. Паркурщик ты наш. Бедный горожанин. Угу. Давай. Налево. И вниз. Вверх, вверх. Вверх надо, вверх. Кто тут вверх? Что вверху именно? А, лестница. Иду наверх. Тихо. Только не задави никого. Так, вот мы на месте. Подожди, эта корчма нам знакома? Фазанерия. По-моему, знакома, да? Здрасте. Ешьте, пейте и радуйтесь. Добро пожаловать в Фазанерию. Да. Видели такую ложку? Кстати, квест с ложкой, которую мы нашли. Автоматически попали. Я и забыл про него уже. Походу, мы не дойдем до турнира по гвинту. А для чего используют вот такие ложки? Странная какая. Похожими полагается бульон есть. Или это какой-то ключ. Здесь надпись. Да, она меня сюда и привела. Не знаешь, случайно, от чего этот ключ? Впервые его вижу. Но вы в подвал загляните. От прошлого хозяина там столько дребедений осталось. Окей. Увидимся. Милостивая княгиня. В подвал чего? Наша ясна. А чё квест не обновился? Так, а ну минуту. Какой же что-то квест? Ведьмачьи заказы? Или охота за сокровищами? Вот он. Обыскать подвал Фазанерии. Должен был быть звук, типа там... Да-дам, типа, ну, понял. Сударь? Сударь. Так, где у вас подвал? Угу, вижу. Пустили в подвал? О, какие добрые люди. А у вас еда есть? Венцо я, конечно, заберу, но меня больше еда волнует. Мы голодаем. Свиной фарш тоже сойдет. Сухофрукты великолепно. Огонек зажжем. Так, бери, наверное. Интересно, кто же тут
Кто же тут что делал? Подожди, еще рыба. Обнесу нафиг все, вон там за шкафчиком что-то есть. Старый памфлет. Так, народ Боклера, проснись, вас вводит за нос правящая верхушка, которая забавляется с вами как хочет. Среди бела дня нас лишают законы наследницы трона. Именно старшая дочь князя должна принять власть после его смерти. Между тем, нас кормят сказочками о каком-то проклятии и подсовывают нам младшую сестру. Не стой, не жди, протестуй. Все, кто не согласен на подобное обращение с гражданами, должны быть готовы действовать. Законная наследница трона еще может вернуться, и тогда и потребуется наша поддержка. Встревоженный гражданин. Восстание, павлиное перо, гвозди, сок. Так, это себе оставьте. Шкура драконида. О, зеленое золото, драконья шкура. Бронники, малый рунный камень. Погодите. Серебряное ожерелье. А тут что? Закрыто. Нам сюда. Так, шелк. Ладно, это я возьму. Поваренная книга Горлума Луи Серкиса. Так, книжка содержит сотни кулинарных рецептов, однако на последней странице вместо рецепта приготовления кролика по-баклерски несколько хаотических набросанных строчек во имя ран лебеды. Я перерыл десятки эльфийских манускриптов и открыл это. Теперь я знаю, для чего служит эта ложка-ключ, купленная мной на аукционе. Этот ключ открывает двери в мастерскую легендарного Рамзеса Гортона, эльфского жреца богини Денамиби, кулинарное искусство которого до сих пор остается непостижимым для простого повара. Если мне удастся отыскать руины этого святилища где-то в пуще Блессюр, я найду все его легендарные рецепты, не говоря уже о других бесценных сокровищах, которые скрыл в своей мастерской этот величайший повар. Остатки записи покрывает большое жирное пятно. Отыскать мастерскую Гортона. Далеко оно у нас... Далеко. Туда мы даже еще не добирались. Ну ладно, пока этот квест оставим. Хорошо. Здесь мы чуть-чуть провернули, а там уже по обстоятельствам будем действовать. Когда будем в том районе, тогда и проверим. А пока что турнир. Спасибо, леди. Что впустили? Я там у вас взял немножко еды. Так, карта мира, задание, продолжаем, дополнительные задания, турнир Баклери. Это здесь где-то, да? А, вот здесь, да? Нет, уже ниже. Вы задолбали меня. А это что за дверь? О, тут тоже еды много. Офигеть, баранья нога. Ой, еды-то сколько, круассаны с медом. Вот это я зашел. Рататуй, блин. Вот это оно. Еще и травы сорву. Это нам хватит на какое-то время. Ну, это, в принципе, я там же, где я был, только на втором этаже. Вау. Ну, круто. А еще у вас можно как-то попасть куда-нибудь? Я просто на второй этаж не забегал. Это та же таверна. Спасибо еще раз, леди. И до свидания. Я вас обобрал уже и снизу, и сверху. Так, вон тут турнир, походу, да? Ох ты, тут тоже еды, да? Я должен сюда запрыгнуть. Здрасте. На турнир можно еще записаться? Осталось свободное место для того, кто будет играть в Скеллиге. А, Скеллиге, я же говорил. Колоду сначала собрать надо. Письмо от брата графа Монье. Приветствую, дорогой брат. Как же я рад, что ты хочешь устроить турнир, в котором игроки могли бы опробовать новую масть. По-моему, это прекрасная идея, и, к сожалению, не смогу тебя навестить. Состояние моего здоровья внезапно ухудшилось, медики не оставляют мне слишком больших шансов, что ж, каждому свой черед. Как говорил наш отец, я прожил хорошую жизнь и ни о чем не жалею. Ну, разве что о проигранных ценных картах, которые могли бы принадлежать нам, но не рискует, кто не рискует, тот не выигрывает. Не знаю, не окажется ли это письмо моим последним, потому хотел бы, чтобы ты знал, я горжусь тобой. Турнир по гвинту с использованием новой масти — это выстрел в десятку.
Пусть тебя не огорчает мнение скептиков, недовольны были и будут. Такие люди, как ты, должны, однако, руководствоваться интуицией, идти в ногу с прогрессом. Где был наш бы мир, если бы мы отдались на милость людей, лишенных широты взглядов? Наверное, мы не умели бы даже добыть огонь. Поэтому держи кулаки за свой турнир. Верю, что вскоре это будет самый лучший, самый престижный турнир по гвинту во всем свете. Твой любящий брат Игорь. Так, манье. Ну, в общем, без колоды я не смогу начать этот турнир, а тут и еды не украсть-то почти. Воу. Четыре карты каких-то модных. Которые закрыты под стеклом. А чего с едой тут нет-то? Плетью обуха не перешибешь. Садись, выпей. Я пока... Куда ж ты так несешься? Да я... Я есть хочу. Ну, давайте пообщаемся, подожди, еще тут соберем. Ну, колоду соберем только когда объедем всю карту, и то еще, наверное, не факт. Здрасте. Труд облагорал. Уверяю вас, Скеллиге масть не слабее остальных. Скоро это будет признано повсеместно. Ну, не знаю. Я обычно играю Нильфгаардом, так что, пожалуй, я еще подумаю. Ну, а я играю Королевствами Севера. Меня зовут Геральт из Ривии. Я прочитал о турнире по гвинту и... И попал точно по адресу. Меня зовут Мартин Монье. Я главный организатор. Турнир наш не просто развлечение. Мы надеемся рассказать о новой масти, которую придумал мой брат. О колоде Скеллиге. Расскажи мне побольше о новых картах. Облик карт передает дух островов, что увлекают варварской красотой. Изображены же на них герои скелликских легенд, берсерки и разные создания островов. Лидер колоды, разумеется, король Бран Тиршах. А другие знаменитости? У тебя есть уже половина. Хьялмар и Санкрайты, хотя и порознь. Герой Хеймдаль, славный друид Мышавур и многие другие. Это, наверное, надо было раньше спрашивать, да? А как возникла идея сделать новую колоду? Все в Баклере знают, что я большой энтузиаст игры в гвинт. Таковым был и мой, к сожалению, уже покойный брат. Другой же нашей общей страстью были путешествия. В молодости мы много времени провели в море. Путешествовали по самым разным уголкам мира. Но больше всего нас очаровали острова Скеллиге. Да уж. До сих пор у меня перед глазами эти мрачные скалы, о которые разбиваются волны бурного моря. Это они подвигли моего брата создать новую масть. Как тебе моя дежонка, я как раз оттуда. А могу я поучаствовать в турнире? Да, одно место пока осталось, но есть условие. Ты должен будешь играть картами из колоды Скеллиге. Видишь ли, я просил об этом многих опытных игроков, но они боятся всего нового. Для них слишком важен выигрыш. Поэтому они предпочитают играть своими испытанными колодами. Ну, я понял. Одним словом, тебе нужен кто-то, кто докажет, что Скеллиге не хуже испытанных колод. И выиграет турнир картами, которые придумал твой брат. Я вижу, мы замечательно друг друга понимаем. Взгляни на трофей. Если победишь, он станет твоим. Что с ним делать? Дома поставить? И правда, выглядит неплохо. Можно будет поставить его на буфет. У меня такая же мысль прокралась. Как я сыграюсь, у меня даже колоды еще толком нет. Другой раз. Спасибо за предложение, но что-то я не в настроении играть. Жаль. И должен сказать, игра мастера не зависит от настроения. Впрочем, турнир еще не начался. Если передумаешь, возвращайся. Я дам тебе на пробу основные карты из колоды Скелли. В смысле? Остальные оставлю себе. Я собираюсь играть такой же колодой. Благодарю. До встречи. А что он мне дал?
страшилой, и ничего уже не поможет. Пройти квалификацию. Так я ж не соврал колоду. Задание, большой турнир, вернуться графу и пройти квалификацию. Ладно. Хорошо. Колода Скеллиг. Я не... А, в принципе, я нашел еще 4 карты всего-то навсего. Ну, карта мира говорит о том, что я не был еще где. Я не был еще... В каких крупных городах? Вот тут. Вот тут. И вот тут. Как минимум 3 карты я здесь должен получить. А где последняя, не знаю. Может, как-то добывается по-другому. Ну, в принципе, если я 3 соберу, тогда у меня одной не будет хватать, тогда можно и попробовать. Лучше, конечно, иметь все в наличии, чтобы тебя ничего не ограничило. Турнир, я думаю, пока что подождет. Ладно, давайте посмотрим, что у нас еще висит такого срочного, которое уже у нас серое. Вот, Баклирское сафари. Это где? Это Ого. Тоже далековато. Поближе нет заданий. Но это высоковато. Коровьи лепешки. Во, тут интересно. Вот это по-нашему. Подождите. Коровьи лепешки у нас вот здесь. Кстати, новый город. В принципе, задания как раз разбросаны там, где мы не бывали. Охота за сокровищами. Тайна исчезнувшей ложки. Гроссмейстерский доспех школы волка. Это можно, в принципе, с вами ездить по карте мира и получать деньги. Кстати, это возможность заработать хорошие деньги. И побывать там, где мы не бывали. Но это чисто, знаете, исследование мира, мне кажется, эти доспехи. Они-то мне не нужны, я все равно не надену. У меня не хватит ресурсов. А дополнительные задания... А, вот. Винные войны, пройти к месту проведения аукциона. Ну, не знаю, мне может денег не хватить. Отправиться к княжскому камерлению, чтобы узнать подробности контракта. Это далеко. А, во. Вот тут рядом совсем. Все, давайте к этому пойдем. Что за контракт? Я вообще не помню. Вначале что-то взял, какой-то квест. Все, соберем карты. Ух ты. Вообще, ты меня удивляешь. Летает прям. Соберем карты, хотя бы 3 еще. Я часто вспоминаю о былом. Ешь, пей, рассупонивайся. Ты вкусайте. Рассупонивайся. Соберем карты и тогда попробуем пройти квалификацию. И надо еще поиграть, кстати, колодой Скеллиг. Я вообще там не в курсе, что к чему. Так, что за подробности контракта? Еда есть? Еда, пожрать есть что? Вот холера, что-то мне не нравится. Здравствуй! Привет, гонец. Здрасте. А? Уйди. Здравствуйте, славный герой. Меня зовут Рафаэль де Сюрман. Я камерленьё княгини. Я Геральт. Что ты здесь делаешь? Плачу странствующим рыцарям. За что? Наши рыцари ездят по большакам, охраняя Тусент от разбойников и чудовищ. А потому разумно и справедливо, чтобы за труды свои они получали достойную плату. И если вам, сударь, удастся разбить какую-нибудь ганзу, спасти рыцаря, или же освободить какого купца из рук головорезов, возвращайтесь ко мне и получите заслуженную награду. К слову, об оплате. В Баклере много говорят о вашей отваге и преданности делу, а потому вам положено вознаграждение. Люблю просто так деньги получать. Так, это в гвинт еще играешь у нас, оказывается. Откуда у тебя деньги для рыцарей? Мне вот интересно, откуда берутся деньги на эти выплаты? Из княжеской казны, разумеется. Ее милость княгиня Анна Генриетта очень ценит отвагу и самоотверженность. Это она постановила, что каждый рыцарь может получить плату... Прошу прощения, получить финансовую компенсацию за поддержание спокойствия в границах княжества. Пяс Гвин забацал. Я взглянул на книги, которые ты продаешь. Книга, мусор. Отличная книга. Записка, мусор, великолепно. Кикиморы, я не знаю, какие я читал. Инсектоидах коварных. Но это я не читал, они не светятся. История Гвинта. Ну давай.
Как ее купить? Ну, давай я куплю историю Гвинта. И куплю кикиморы. Ладно, увидимся. Удачи тебе, рыцарь. Выполнить задание камерлению. 100 крон. А что же там выполнил-то, интересно? Кого-то защитил одно из чего-то там. Ладно. Где наши книги? Книги должны быть здесь. Я там что-то купил, куда не добавить. Они считают, что я их не купил. Религия жизни. А где у нас книги? Я ж купил про кикимору. Куда она ушла? Сюда, что ли? Да не думаю. Ну, кикиморы, ладно, добавились в этот, в бестиарий. А история Гвинта? А, вот он, блин. Это мусор, что ли? Это мусор, его мусор добавили. Ну, дают. Ну ладно, давай почитаем. Игра изображает битву промеж двух армий. Поле игры поделено пополам, и каждая часть составлена из трех линий. Ближе к середине находится ряд карт, сражающих рукопашную, дальше место для тех, кто бьются издали. А в конце, ну это я понял, карты понятны, и что тут такого? Зачем я это купил? Все? Я-то думал, мне тут что-то интересное расскажут. Ладно, ну тут я по кикиморам еще что-то приобрел. Бестиарий. Ну и кикиморы у нас, по-моему, были. Ничего нового такого, я думаю, не добавили. Ладно. Камерлинио. 143, 12 в памяти. Что у тебя еще есть из книг? Здравствуй. Я был... А ну покажись. Винодельня Тусента. Не топори Шарлеи. Из пламени и камня. Демонтические псы. Путеводитель по винодельням Тусента. Долина Блессюр. Фон Грота. Верный способ против ледеров. Альп. Опасный родич Бруксы. Дворцовые хроники издания. Мастера Фарамона. Размышления об эльфийском архитектуре. Дуэльный кодекс. Последний в своем роде Василист. Трактат об экологии Бориса де Вальсера. О слизги. Вчера и сегодня. Об охоте на Василиска. Компендиум. Катакан. Монография. Перерожденный убийца. Изучение Гаркаина. Древнее исследование Архиспор. История замка Дунтыни, написанная пером де Папильона. Падение Губерта Баласты. Забытые виды профледер. Дворцовая хроника исправленная. Мрачные дебри Каэд Мерквида. Приключения Вихта в Франконии Шипа. Абигейл Лете, моя жизнь с пантерой. И чудесная история инсектоидов, дополнение. Так, давайте, наверное, прочитаем книгу под названием... я думаю, давайте Василиска возьмем. Ладно, увидимся. Удачи тебе, рыцарь. Че она не появляется, чтобы я мог сразу ее прочитать? Куда она добавляется? Никуда она не добавляется, как будто она у меня уже есть. Мусор, что ли? Походу, да. Ого, у меня сколько дерьма. За всю игру. Вот эти две книги, да, они действительно добавились в мусор. Кикиморы, правда, миф о коварных инсектоидах. Ну, давай прочитаем. Новая статья, вот теперь она добавилась. Как следует из наблюдений, кикимор обладает наилучшей организацией иерархии среди всех инсектоидных существ эпохи после сопряжения сфер. Их рабочие особи слушаются приказа воинов и всегда не подчиняются воле королевы, которая, хоть и проводит жизнь, спрятанная глубоко под землей, по всем судя, управляет делами всех членов своего роя, принимая во внимание небольшие размеры надглоточной извилины, которые... у данного вида выполняет функции мозга. Можно допустить, что эти существа на самом деле обладают единым общим сознанием, что делает их весьма похожими на муравьев, ибо то, что муравьи наделены единой индивидуальностью, доказано уже вне всяких сомнений. Ну и вторая книга. Василиски. Об охоте на Василиска. Компендиум.
Традиция охоты на василисков на территории современного Тусента восходит к началу нашего века, о чем неопровержимо свидетельствуют записки Зенона из Третьиона, местного кожевника, датированные 23-м годом. Он отметил, что получил заказ на изготовление корсета из шкуры василиска обыкновенного. Шкура василиска используется для изготовления подобного рода изделий, чаще всего снималась с останков чудовищ, умерших естественным образом. Однако не раз предпринимались попытки получить ценное сырье со здоровых, недавно умерших особей. Таковые попытки без помощи ведьмака, рыцаря или хотя бы наемника в 100% случаев оканчивались смертью охотника. Профессионалы же, особенно ведьмаки, охотились на василиска с родственных им куролисков. С большим успехом, пока их число не сократилось до нескольких особей. Так, в 100-м году василиски из рода Regulus Platinum встречались относительно часто. Сейчас же известна лишь одна живая особь этого вида. Так, а давайте еще легенду одну куплю. Это не квест ли? Мне интересно. Здравствуй. Да, привет, привет. Подожди, дай мне еще одну книгу там про Шарлея и кого-то там. Я сюда буду заезжать, книги у тебя покупать, понял? Нет, Джейс Паттера меня не интересует. А вообще давай вот это. Вот, приключения Вихта, Франкони и Шипа. Способ против ледеров. Подожди. Альп. Давай Альп еще купим. И размышления. Нет, нет, нет. Дуэльный кодекс. Ослизги. Вот это я тоже не знаю, что это такое. Катакан. Давай катакана купим еще. Все, понеслось мне. Мне лучше не запускать в книжный магазин. Перерожденный убийца, изучение Гаркаина. Где вот этот Флёдер был? Из пламени и камня. Чтобы узнать больше, нужно прочесть. Демонические псы, предвестники конца. Ой, все. Прощайте деньги. Путеводитель по винодельным. Нет, это я пока не буду брать. Хотя это может открыть мне карту дополнительную. Замечательно. Сколько там у меня? 1000 еще есть денег? Фон Грота, верный способ против Флёдеров. Это подождем пока. Дворцовая хроника подождет. Мастер Фарамона на эльфской архитектуре. Дуэльный кодекс подождет. Последний цена. Оседание Архиспор подождут. Замка Дунте, написанная Леля Пимё. Падение Гурбита Баласте. Виды Профлеттер забытые. Хроника издания исправленная. Где же этот изучение горка? Где эта фигня была? Долина Сансарут. Уа, вот это, по-моему, да? Вот, не топыри и шарлеи. Все, я потратил 700 монет на книги. Ладно, увидимся. Удачи тебе, рыцарь. Подожди. Ничего нету, мать твою, опять переплати. Что такое, что там кричишь? Так, в мусоре эти книги, естественно. Можем ему, кстати, обратно их сдать. Приключения Вихта, Франка, не Шипа. Может быть, вот это вот? Новая статья в бестиарии. Да нет, это как раз про монстра Вихта. В маленьком кургане, недалеко от винодельни Верментина, был Вихт Франкони. Был он существом по натуре благожелательным, сидел в своем кургане и готовил всякого рода супы. Не то чтобы он особенно любил супы, но большим их почитателем был его ненаглядный питомец Баргес по имени Шип. Так и сидели они, Франкони, с Шипами варили суп из гнилых костей, сушеных сорняков, и если удавалось раздобыть где-нибудь немного железа, то и суп из гвоздей попадал на стол. Как-то раз Франкони подслушал разговор двоих могильщиков. Рассказывали они про одного богача, который держал в подвале сыры. Франкони подумал, что сырный суп должно быть замечательное лакомство. Тогда он прокрался в дом состоятельного господина и стянул оттуда самый внушительный кусок сыру. Вернулся домой, поставил на стол свой любимый котелок и начал понемногу растапливать лакомство. Смрад разнесся столько ужасно, что Шип убежал и не захотел возвращаться в курганчик. Хуже того, все пропиталось сырной вонью, и им обоим вместе с Франкони пришлось переехать. Мораль этой сказки простая. Хочешь варить суп из сыра, смотри, чтоб был без плесени. Замечательно. Так, Альп, опасный родич Бруксы. Следуя преданию, касающее Брукса, наткнулся на некие нестыковки, которые никак не сходятся с тем, что известно нам по поводу этих опасных вампиров. Оказалось, что свидетели описывали Альпа, а не Бруксу. Это необычайное открытие является заметной вехой классификации этих чудовищ. Лично я не верю, что Альп способен к полиморфии, несмотря на то, что в легендах появляются упоминания о том, что вампир этот умеет превращаться в черного пса или ядовитую жабу. В свою очередь, более чем правдоподобно, что он, как и Брукса, может принимать облик прекрасной женщины, благодаря чему с легкостью смешивается с толпой. Подумай только, я мог проходить мимо такого чудовища, ничего об этом не знать. Потрясающе. Одно из базовых различий между родичами заключается в их тактике. Ведение боя в обличии вампира. Альп обладает способностью обращаться в туман, благодаря чему может молниеносно менять позицию и атаковать внезапно. Отсюда наверняка взялось его название «Морок».
Ослизги. Вчера и сегодня. Или ослизги. В течение многих десятков лет ошибочно считалось, что ослизг – это высшая стадия развития вуверн. Некий ученый, неизвестно каким чудом окончивший университет, неопровержимо доказал это в своей научной работе, на которую неизвестно кто выделил грант, а название которой я из сострадания не буду тут приводить. Главная линия аргументации в этой работе была проведена головоломной и абсолютно ошибочной параллели между циклом развития ослизга и бабочки вида белянка капустная. Ослизг. Как аргументировал автор, это не что иное, как полностью зрелая и сформировавшаяся выверна, у которой уже развились огненные железы. Вот уж и не слышал ничего более вздорного, да будет известно всем раз и навсегда, что Гэвин Хоббс недоучка и проходимец, а ослизг не то же самое, что и выверна. Так, катакан, монография. Прежде чем мы займемся катаканом, существом которому посвящен данный труд, в качестве введения ознакомимся менее искушенного читателя с тем, что есть вампиры и чем они на самом деле не являются. К нашему сожалению, в течение долгих лет появилось множество мифов касательно этих созданий, а популярные романы явно поспособствовали распространению суеверий. Согласно общему мнению, вампиры — это восставшие из могил мертвецы, упыри, жаждущие человеческой крови. Нет ничего более ошибочного существа этих родов из другого мира многие лет... Много лет назад, в результате сопряжения сфер, они попали в наш мир и с тех пор изменялись, чтобы освоить здесь и научиться жить среди людей. Вопреки распространенному мнению, вампиры не должны пить людскую кровь, хотя делают это часто, ибо этот напиток действует на них как алкоголь. Укус вампира не превращает укушенного вампира. Что и понятно, в обратном случае мир стал бы заполняться вампирами в геометрической прогрессии. Проточная вода вовсе не является для вампиров препятствием, даже если она холодна, поскольку вампиры равно нечувствительны как к теплу, так и к холоду. И самое важное, вампиры научились жить при свете солнца, и оно не является для них препятствием. Кроме того, они ни при каких условиях не светятся и не вспыхивают даже под действием солнечных лучей. Ладно. Так, еще тут книженция есть. Из пламени и камня сфера Мунди делится на 4 элементарных плана. План Земли, воды, воздуха, огня. Земля вместе с водой формирует земной шар, который повсюду окружает воздух или же аэр. Над воздухом простирается аэзер, огненный воздух, он же огонь. Под огнем же располагаются тонкие сидеральные небеса сферической натуры. Над онными размещается эратика, сюдера, и они же блуждающие звезды. Фикса, сюдера, звезды недвижимые. В элементарных планах есть свои жители, которых можно привлечь при помощи магии. Гномы, сильфы, саламандры, ундины, вульгарно называемые стихийниками. Демонические псы – предвестники конца. Некоторые чудовища рождаются в силу необходимости не потому, что они жестоки, но потому, что им необходимо защищаться. У них есть выбор – охотиться самими или становиться жертвой. Другие возникают в результате ошибки природы, что-то в ходе эволюции развивается не в ту сторону, в какую нужно. И возникает бестия. Со всеми этими чудовищами мы в состоянии бороться. Существуют, однако же, и такие чудовища, которые рождаются из греха. Они приходят туда, где зло, жестокость и зависть, туда, где земля пила кровь, а камни поросли страдания. Повсюду в этих местах появляются демонические псы, и будет их все больше и больше в мире жестокости. Мы не в состоянии их победить, ибо единственным верным для этого способом было бы победить самих себя. Нам остается только лишь ждать, покуда демоническая сфора не разорвет нас в клочья. Путеводитель по винодельным Тусента, часть 2, Долина Блессура. Я ее тоже купил, что ли? Тем знатокам, что считают вина из долины Сансетура слишком банальными, горячо советую менее известные, но столь же интересные марки из долины Блессура. Начало следует из фантастического Код де Блессур, который производится здесь на винодельне Помероль. Советует прежде всего вина урожаем такого-то года, который характеризуется несравненным букетом. Лежащим неподалеку замке Зурбаран стоит попробовать сухое Кастель де Нё. В свою очередь, в производстве красных вин, несомненно, выделяются Нур-Рагус и Сансер, входящие на север края. Они общими усилиями производят и экспортируют вино. Неизвестное на север, как красное вино из Тусента. Отмеченное розовое вино некогда можно было бы найти в Кастельдаче. Однако после смерти владельца, которых не оставил потомка, винодельня пришла в упадок. Так, о звуковых волнах Нетопыри и Шарлей. Мало кто отдает себе отчет, что звук в действительности это просто шум. Но волна во многом подобная волнам воды, разбивающийся о берег. Звуковые волны также разбиваются, все, что находится на пути звука, вызывает преломление волны. Эту специфическую особенность научились использовать некоторые виды зверей и чудовищ. Они особым образом размечают территорию при помощи слуха. Примером тому могут служить нетопыри, которые посылают
посылая в мир специфические звуки, использует эхолокацию, основанную на отражении волны от потенциальных препятствий. Интересно, что подобный механизм выработали у себя и шарлеи. Могучие и абсолютно слепые существа, способные зато чувствовать колебания малейших звуковых волн и таким образом отыскивающие противника. Ну все, я прочитал все книги. Какие только мог. Новая статья «Ящер». Все, пока все. Ну не какие только мог. Денег у меня просто больше нет, я бы все купил. Давайте теперь гвинт бабахнем. Зато мы узнали новую информацию, когда встретим кого-нибудь. Так, давай побольше. Мне нужны не деньги. Не желаешь сыграть со мной в гвинт? Так, поехали. Нет, давайте, наверное, Фольтеса заменим вот этого. Потому что уже чистый день я вообще не использую. Почти никто туман и мороз уже не использует. На этой карте так точно. Уничтожает самый сильный дальнобойный отряд или отряды вашего противника, если общая сила его дальнобойных отрядов равна 10. Замечательный день. Уничтожает самый сильный осадный отряд. Дать дальнобойный. Давайте вот это Фольтеса возьмем. Сын Мендела. Потому что тот я уже не помню, когда последний раз я использовал его. Реально больше никто не... Мороз не насылает. Так, корова хорошо, хорошо, замечательно. Просто замечательно, чудесно. Великолепно, казнь. Давай вот это выбросим. Мне нужно больше карт. Мне не нужны вот эти вот. Во, отлично. Пришло то, что надо, давай. А, я, да? Извините. Коровка. Смотрим, что у тебя там как раз. Угу. Скромненько. Держи. Угу. Чтобы пара уже была. Ну, ладно, держись там. На тебе это. Угу. Пятерик. Ну, так себе карты, я вам скажу. Давай вот это сюда высыпем. Противник спасовал. Интересное решение. Ну, ладно, на. Спасовал, теперь я спасую, окей. Корова выросла. Угу, есть чучело. Наш ход. Вытаскивать пока некого. Даже не знаю, кого и вытаскивать. Одна элита. Ну давай, трис выпусти. 15 на 8. О, отлично. Это ты вовремя. Это ты вовремя убил. Я могу его вытащить еще раз, конечно. Если вдруг что. И сделаю это. Не умничал. Нет, давай вот это. А, я только 4 вытащу, они ж с отбоя не вытаскивается. Ну ладно, 17-16, хорошо. Давай так. 24-17. А я могу вот это использовать? А что на меня не используется? Дальнобойное же, правильно? Сейчас бы его шлепнул. Или это осадное я выбрал? Ладно, не важно. 27-24. Десяточка, 8. Ну давай, 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 наверное, так вот. Упс. И карт у меня больше что-то, да? Вселенница, хорошо. 24 на 24. Давай я еще раз это заберу. А, у него карт нет. Усиливает пустую область. Ну, бывает. Так. Даже не знаю кого. Корова на следующий раунд. А зачем она мне нужна? Ну, ладно, давай, давай этого. Того, что этого разницы никакой нет. 6.
30 на 28. Ну дает. Ладно, давай усиливать. 41 на 30. Да тебе не выиграть, приятель. Так, себе колода. Противник спасовал. 40-41. Я победил. Карту давай. Сто крон за книги. Нету, мать твою. Опять король Бран. Есть. Скеллиги добыли еще одну карту. Молодцы. Но мне карты не нужны. О, смотри, что там на мини-карте творится. Боже мой. Это те 15 заданий, которые для него должен выполнить, да? Ну, все знаки вопроса. Но мы и так их проверяем. Да, все знаки вопроса, и тогда можно получать, приходить награду. Здесь за знаки вопроса еще платят отдельно. Но это круто. Ладно, рыцарь-наемник, я вас понял. Так, хорошо, колоду собираем. Нашли еще одну карту. То есть три теперь мне надо найти. Ну, по сути, если мы походим с вами по городам, то все получится. Ну, что будем брать за задание? Охотник за сокровищами, тайна исчезнущей лодочки. Может, ее давайте добьем уже. Насколько она далеко? Я просто не знаю, куда идти. Я тут нахожусь в центре. Но это далеко очень, очень далеко, очень далеко. Блин, не хочется даже туда ехать. Что-то ведьмак стал ленивый просто. Баклерская сафари, Беледаль. Давайте вот это сафари, уже 37 уровень, уже некрасиво. Заодно здесь и посмотрим, что новое. Но отсюда тоже придется, конечно, лететь. Все, давайте, да, вот это Баклерская сафари. Ехать далековато, надо открывать те земли, потому что там в основном квест. А так вообще, посмотрите, мы собираем с вами доспехи. Это тоже знаки вопроса. Потом собираем с вами задания. Ну, чисто по знакам вопроса, теперь работать можно от серии, наверное, 5. Представьте, каждый знак вопроса отдельная история будет у нас. А при князе Раймунде о таком и подумать нельзя. Удачи на охоте, ведьма. Спасибо. Спасибо, удачи вам на охоте. Поехали, вот это, сафари посмотрим. Это нужно от турнирных полей или корвобьянка от своего же. Блин, чего ближе нет? Можем от лесопилки, конечно, захватив вот это. А, мы это не нашли. А нам его надо, кстати, разгадать. Здесь же знак вопроса есть. А я его не смог взять, он под землей находится. Разве что отсюда можно было бы зайти, конечно. И сюда дойти, наверное, отсюда выйти. Ну, не знаю. Тут даже не засчиталось, что я зачистил монстра. Просадник чудовищ, хотя я здесь всех убил. Так что квест под вопросом, может быть, и не получится. Ладно, давайте от корвобьянка, там, правда, бабушка жующая. В дом заходить не будем, так аккуратненько мимо пройдем. Блин, зачем было ее в дом приводить, вот скажите. Я теперь не винодельня, а страх вызывает на нее вот это вот помещение. Бывший вихт. Я себе все руки ножницами покалечила. Так, поехали. Только в дом не заезжай. Интересно, она будет есть постоянно, да, до конца своих дней? Да что ты? Что там пищит? Как нам сюда уехать? Выпустите меня на природу, спасибо. Не говорите, что здесь нельзя проехать, можно. Давай сюда. Рыцари бродят. Мельница какая-то. Ой, вредители винодельни. Ой-ой-ой-ой, беги. Я здесь. Отлично, и Волгу. Давай. Беги. Плотва, зря тут вылезла. Ты зря со мной так. Это знак вопроса, да, здесь был? Ему не достать. Одну разрезал, красиво разрезал, кстати. Ну и вторую, замечательно просто. О, дело такое дело. Еще зелененькое такое. Брюхо. Салатовое такое классное вообще.
Подожди, я же двоих убил. А, я уже все собрал. Гнездо скалопендры морлов. Надо его уничтожить. Интересно, это было в квесте? Что-то эту метку не пометил. Не заметил. Так, окей. Угу. Так, там еще есть. Можно подобрать. Где? А, вот. Мы... Я... Спасибо. Ага, я думал, ты на меня нападаешь. А что это за дом, который у вас в земле? Его засосало, что ли? Так, я винодельню разблокировал, да? Ну да, здесь был знак вопрос. Хорошо. Рад помочь. Это мельница. Поехали далее. Может быть, мне, конечно, его и засчитали. А ну, давайте посмотрим, засчитали мне это дело, нет? Карта мира, задание. А ну-ка, заказы. Нет, не заказы, ведьмачьи, нет. Дополнительные задания. Вот, равно... Нет, подождите, как он назывался? А, рыцарь-наемник. Да нет, это не считалось, это так. Добрая воля моя. Так, эти ребята вернулись. Здесь что-то интересное? Ну, по-моему, нет. Ну, что ж там за сафари у нас, интересно? Которому должен был давным-давно доехать, но никак. Здрасте. Ага. Не торопись. Так, меч убери. И этот тоже. Чё тут, у кого тут? У кого проблемы? Здрасте. Не преувеличивай, Вильмар. Ничего со мной не случится. Господа, я тронут вашей заботой. Но этого дня я давно ждал. И позвольте мне прожить его так, как я сам запланировал. О, а вот, кажется, и мой проводник. Мое почтение. Приветствую, Белый Волк. Привет. Полагаю, ты видел мое объявление? Да. Ну да, глупый вопрос. Раз ты здесь, то наверняка видел. Позволь представиться, граф Белидаль. Большой почитатель твоих свершений. Очень приятно. Ведьмаки не часто такое слышат. Но, ваше сиятельство, вы пойдете с одним ведьмаком? Этот парень 10 стоит, но экспедиция и без того излишний риск. А если вы нас не возьмете, это уже при всем уважении сумасбродство какое-то. Не преувеличивай, Вильмар. Надеюсь, я все-таки не умру, если полдня буду сам себе подтирать задницу. Прости моим стражникам эти причитания, ведьмак, и позволь мне перейти к делу. Как ты, вероятно, уже знаешь из объявления, предложение у меня довольно нетипичное. Видишь ли, ведьмак, я люблю дикую природу, а в Тусенте живет несколько видов животных, которые нигде больше не встречаются. Я бы хотел, чтобы ты сопровождал меня в путешествии, которое их сохранит на века. Ну да, и защищал бы меня, если вдруг что пойдет не так. А то стоит мне хотя бы поцарапаться, мои отважные защитники тут же донесут жене о моем безрассудстве. И тогда судьба моя будет плачевна. Расскажи о себе. Граф Белидаль? Знаменитый птицевод? Нет, это был мой дедушка. Славный был человек. Я же занимаюсь винами. Привожу в родной Ковер лучшие сорта. Поэтому время от времени я навещаю Боклер и всякий раз стараюсь, скажем так, прикоснуться к дикой природе. И для этого тебе нужен ведьмак? Взял бы своих стражников. Дешевле бы вышло. Разумеется, можно и так. Но им тоже полагается минута отдыха. Правда, господа? Кроме того, я богат. Кто мне запретит? А, выходит, вся эта экспедиция — каприз богача? Есть еще Клариса, она... Вильмар, прошу тебя. Кто она? Моя дочь.
Я всегда привожу ей из путешествий разные сувениры. Она их ждет с огромным нетерпением. Впрочем, сейчас речь идет не о моей семье, но о нашей экспедиции, правда? Прежде чем я соглашусь, расскажи хоть что-нибудь. Куда мы идем? Что именно мне нужно делать? В целом, восхищаться фауной и флорой. Я же при случае постараюсь что-нибудь увековечить. Увековечить? Пристрелить. Ну или зарезать. У меня тут такой аппарат. А, ты фотограф. Парис-тисомак, который запечатлевает образы. Парис-ти что? Такой как бы переносной мегаскоп. Он ухватывает события и превращает их в иллюзию, на основе которой я позже пишу картину. Еще один художник. То есть ты предлагаешь пойти с тобой, разглядывать зверюшек, цветочки и... Да, в целом все верно. Только сперва ты должен выследить тех существ, которых я хочу запечатлеть. Сам я только примерно представляю, где их логово. Ну, и если что-нибудь пойдет не так, у нас в загашнике будет твой меч. Ну как, согласен? Деньги нужны мне. Довольно необычное задание. Не могу не согласиться. И потому предлагаю весьма достойный гонорар. Ты же не будешь возражать, если я попрошу назвать конкретные цифры? Нет-нет, пожалуйста. Мне бабушку кормить еще. Просто скажи, сколько ты хочешь получить? Я хочу получить не менее чем... Что так мало? Даже 300 не получится. Я на мечах, которые ржавые, зарабатываю больше. Давай 260. Замечательно. По рукам. Максимум был 230. Давай. Ой, 293. Трудное. Я бы взялся за что-нибудь приятное для разнообразия. Замечательно. В таком случае, вот карта. Перед приездом я поспрашивал местных охотников, попросил определить места обитания существ, которые меня интересуют. Все отмечено на карте. Опять по всей карте носиться, да? Будет их проще выследить. Ну что, отправляемся? Да, пойдем. Свет сейчас просто идеальный. Ух ты! Это терминатор! Карта прочитать. Два места рядом. А, в двух местах только. Баклерская сафари. Раз уж карта у меня, позволь, я пойду вперед. Сопровождать графа к логову пантер. Почему бы тебе не отправиться в экспедицию со всей своей свитой? Ты шутишь. Вырваться из-под крыла охраны – истинное избавление. Очень они меня оберегают. Я предпочитаю любоваться животными, увековечивать их, а не убивать из ложного страха за собственную жизнь. А если животные нападут? Тогда у нас и правда не будет выхода. Мы же не хотим стать их обедом. Но пока они спокойны, и незачем их провоцировать. Это для меня очень важно. Ладно. Что надо, мужик? А, венца бахнул, что ли, да? А, нет, ты я кнопку не-то нажал. Что такое? О, у нас тут ужасная беда с пауками. Начинается. Позови бабу с метлой, зачем тебе ведьмак? Да вы не поняли, пауки огромные. Собаку ростом, черные такие, волосатые. Фу, я знаю, кто это. Это из дополнения Каменные сердца. В таком случае это не пауки, а арахноморфы. Да зовите как хотите. Разберитесь вы с этой мерзостью, ладно? Из этих пещер вышел бы отличный склад для бочек, если б не эти твари. Деньги будешь платить? Сначала о главном. Обсудим мою награду. Тут еще меньше платят. Давай 200. Эх, многовато, конечно. Нифига себе. Может, уступите капельку? Это не капельку, раздражение уже пошло. Давай 180, 177. Ну, почти договорились. Да это не стоит и ходить, они меня пауки эти бесят. Ну, почти договорились. 160. Я знал, что мы договоримся. Что это за деньги? Арахноморфы очень быстро размножаются, так что лучше решать проблемы в зародыше. Я этим займусь.
Заказ свиноделов, пещера, шепот. Ладно, пошли. У нас другие дела пока что. А нам на коне можно ездить? Ну, в смысле, сюда. Плотва. Нет, пешком идти. Во дела. Ладно, ладно. Кстати, квест. А он идет, нет? А, идет, но очень медленно. Мне надо, кстати, следить за ним. За этим фотографом. Пошли. Че на лошади нельзя проехать? Граф, шевелись. Я бы на лошади сел бы, сейчас бы там бы уже был. В точке назначения. Так, внимание. Догоняй, сейчас будем разбираться. О, а медведь. Он нам нужен, нет? Граф. Но это не логово пантер, это медведь. Я слышал, судя по ворчанию, это тут должны быть медведь? Пантеры. Держись рядом. И не зевай. У меня просьба. Постарайся, если возможно, не проливать крови. Да, медведи. Вон твое логово, пантер. Не проливать крови. Пантеры? Нет, не пантеры. А что, не красные? Вон пантеры. Слышите? Это пантеры. Откровенно говоря, ничего не слышу. Чувства мои не так развиты, так что я просто доверюсь тебе. И? Ну вот они. Ты думаешь, что это не пантеры? Граф. Граф, куда попёрся? Ставили силки на медведя, а попалась пантера. О, посмотри, малыш. А, они в ловушке. Ты поможешь ее мать? Попробую. Но сперва ее надо успокоить, иначе она на нас бросится. Отлично. Выйдет прекрасный план, как ты ее освобождаешь. Успокоить с помощью Акси. Так я ж хочу Акси использовать. Как его успокоить-то? Не знаю, как его успокоить. О, работает. Ошеломление, оно нет. О, успокоили, все. Говорят, у ведьмаков нет сердца. Этот образ... Парастись, Амак растревожил зверей. Надо отсюда убираться. Ненавижу браконьеров. Я рад, что ты разделяешь мою любовь к животным. Эту ловушку нельзя забрать? Все, мы решили этот вопрос. Да, Акси что-то не срабатывал вблизи. Так, пошли скалопендроморфа там теперь. Тут недалеко. Убирай это. Побежали. Для человека из города у тебя очень широкий круг интересов. Ох, и правда. Интересов у меня порядочно. Вина, природа, живопись. Мне кажется, ведьмачья жизнь, при всем уважении, несколько более монотонна. Это верно. Но скучно никогда не бывает. Ну и где он? Я вот вообще не представляю, как бы я возился с одними и теми же существами. У тебя есть жена? Да. А при чем здесь это? Ни при чем, просто так спросил. Пойдем. Сейчас будет веселее. Я могу, конечно, наложить себе этот...
защиту от яда. Граф. Мы пришли. Так, сопровождаем, сопровождаем, сопровождаем. Так нас сейчас же шлупанут здесь. А ну давай. Чш, слышишь? Это они, скалопендроморфы. Они роют туннели под землей и при этом издают очень характерный звук. Так мы их и выследим. Ты идешь, нет? Бежим, там, блин, летает. Там мужика едят. Это не наша задача. И наша проблема. Давай сюда. Ну вот она. Идем по звуку. Там мужика ела это. Вы верно. Но у меня граф. Я не могу им рисковать. Интересный квест. Тут сейчас она и появится, мне кажется, да, граф? Здесь звук громкий и четкий. Должно быть, мы у самого гнезда. Мы на месте. Да, но хороший план отсюда не поймаешь. Погоди, найдем место получше и более безопасное. Ступай осторожно. Скалопендроморфы очень чувствительны к звукам и к вибрации. Их легко разбудить и разозлить. Найдите хороший вид. Давай отсюда. Ну? Не? А, вот высота. Отличный вид. Иди сюда. Тут должно быть безопасно. Может и так, но отсюда ничего не видно. Хм. Значит, ищем дальше. А это что за домик? Дом какой-то. Где это мы? Пусть за дом здесь рядом. Ладно. Три гнезда сразу, кстати. Вот это отличное место. Давай здесь. Может, здесь? Не знаю. А не слишком близко? Да, поищем другое место. Начинается. Это лучше, ты думаешь? Давай отсюда. Давай здесь. Расстояние подходит, свет вроде тоже хороший. Да, просто идеально. Ты сможешь их вытащить? Сейчас, надо подумать. Надо заставить землю вибрировать. Попробую бросить бомбу или наложу знак. А ты смотри, ближе не подходи. Уничтожить гнезда, чтобы выманить скалопендров. Ха-ха. Ладно. Что у нас есть за бомбы? Магические способности. А еще какие у нас есть? Замораживает противника. В данности замораживает противника. Больше урона нет. Нам надо какую-то разрывную, да? Да, надо какую-то разрывную бомбу. Бомбу. Например, чертов гриб. Нет. Мастерская картечь. Ранит осколками. Давайте ее. Правда, не знаю как. Может пойти взорвать, просто подойти. Ну ладно, давай. Взорвал. Фотографируй. На всякий случай. Прекрасный день, чтобы ловить события. Фотографируй, говорю. Благодарю. Это было воистину великолепно. Можно идти дальше. Все. Сфотографировали. Потрясающе. Дух захватывает. Благодарю тебя. У меня к тебе еще одна просьба. Начинается. Я хотел бы увидеть
брачные ритуалы местных павлинов. Говорят, есть стая где-то неподалеку. Сходить можно, но о брачных ритуалах лучше забудь. Они закончились месяц назад. Ужасно. Я так надеялся увековечить их во всей красе. А если павлины не захотят показывать хвост, можно с ними что-нибудь сделать? Раздразнить их как-нибудь? Ты о чем? У меня хвоста нет. И отрастить я его не смогу, по крайней мере, в ближайшее время. Я скорее думал о ведьмачьей магии. Вы ведь, говорят, умеете воздействовать на простых существ. Ну да, можно попробовать. Но ничего не обещаю. Замечательно. Я о большем не прошу. Не знаю точно, где стая, но один охотник указал мне пару мест, где они могут быть. Сейчас все отмечу. Ну ладно, давай искать павлинов. Сопровождать к месту. А эти ушли? Ну, тут еще одно место появилось. Баклерское сафари. Сопровождать графа к месту. А ну, я могу собрать это или они вылезут сейчас? Нет, забрать не могу. Ладно, побежали далее. Еще и павлинов, еще и на них воздействовать. Давай начнем с этого места. Короче, всю карту уже оббегали. Я вот думаю, почему павлины? Моя дочь очень их любит. Я хотел сделать ей приятный сюрприз. Мы уже близко. Смотри в оба. Мы их слышим. Ты идешь, граф? Нам сюда, я думаю. Только что-то не могу их увидеть даже. Хотя нет, нам не сюда. Громче всего было возле первого круга. Здесь, что ли? Где их выслеживать? А, следы павлинов. Ё-моё, я их ищу. Нашли первое. Сильно пахнущее павлинье перо. Перо из павлиньей гуски с кожным салом. Павлин потерял его недавно, а запах у сала очень характерный. По нему мы стаю и найдем. Ведьмак, за работой. Как это замечательно. Чудесно просто. Запах пошел, а теперь найдем. Или нет? Ох, звуки, блин. Страшнее, чем пантера и скалопендроморфа. Еще одно перо. Еще одно перо. Нам надо его собирать, нет? Но ведьмак все нюхает. Не знает, зачем он все в нос тащит. Все, что нахуй. Еще одно перо. Слышишь? Они перекликаются. Чудесно! Значит, мы уже близко. А, вот они. Ну и... Ух ты! О, какие красавцы! Если бы они еще хвосты развернули! Посмотрим, что я смогу сделать. Ищи, куда встать. Я готов!
можешь применять свою магию. Акси, Акси, иди сюда. Раз, два. Три? Нет? Нет, два. А где же остальные-то? И сюда. О, все, три. О, это будет шедевр. Только да, я уйду, а то подумаю, что я с павлинами тут того. Брачный сезон у нас. Все, сбежал. Зараза, берегись. Скалопендроморфы. Отлично. Откуда они тут? За нами приползли. В сторону. Ага, Геральт, спасай. Да не волнуйся ты. Без драки не обошлось, ну естественно. Я думал, мы просто... Я думал, просто пофотографируем. Да и все. Не смотри в мою сторону. Спасибо большое, я понял. Отойди. Блин, он меня еще и сослепляет. Победа. Вот Поп. И все. О, было жарко. Пожалуй, довольно впечатление на сегодня. Павлины не пострадали. Еще успел собрать. Что смог. Это было великолепное приключение. Получил все, что хотел? Да. В таком случае возвращаемся в лагерь. Это было великолепное приключение. Ты ничего не скажешь. Оригинальный квест. Возвращаю вашего господина в целости и сохранности. Благодарствую, мастер. Видите, нечего было бояться. Спасибо, что позаботился о его светлости, ведьмак. Эта вылазка явно пошла ему на пользу. Он даже как-то ожил. Погоди минутку, Геральт. Я схожу за кошельком. И мы урегулируем финансовые вопросы. Ожил? А было что-то не так? А он не рассказывал? 10 лет назад Клариса, дочка его, упала с коня. С тех пор она прикована к постели, ходить не может. До того случая она была этаким шаловливым чертенком. Каждый уголок дома она заполняла радостью. Граф часто брал ее с собой, она тоже зверье всякое любила. Теперь эти его экспедиции, точнее образы, которые он привозит, это для нее единственное окно в мир. А вот и я. Я очень рад, что смог взглянуть на тебя в деле, увидеть собственными глазами, что в повествованиях о тебе нет ни капли преувеличения. Дисциплина... Надежность, ответственность. Ты был бы идеальным деловым партнером. Жаль, ты не торгуешь вином. Может, когда-нибудь? Хорошо. Вот твоя награда. Спасибо. Спасибо. У меня к тебе еще одно предложение. Я собираюсь устроить выставку своих работ для друзей. Может, зайдешь, если окажешься поблизости? Обязательно. Почему нет, если это по дороге? Замечательно. В таком случае приглашаю в гости. Я остановился здесь у друга, рядом с деревушкой Франколар. Я буду. До встречи. Подождать до полудня следующего дня и отправиться на пикник. Окей. Окей, так что мы еще с графом не прощаемся, может еще узнаем о нем чего-нибудь. Тем более квест продолжается. Так, ну у нас тут заказ еще, но мы его, наверное, перебросим. Подождите. Ведьмачьи заказы. Коровьи лепешки. Дополнительные задания. Вот. 40-й уровень просто здесь, рядом, да? Да, он здесь. И мы начнем это задание со следующей серии. И тут у нас еще вот стадион какой-то. И рядом еще деревуха какая-то или поселение. Да и, в принципе, дальше можно идти. Это же все деньги, все квесты, все задания. Так, а вот это задание... подождите, Баклерское сафари. Оно здесь же?
Ждать здесь? А, нет, ждать вот в этом месте до Пал-Огу. А, так мы тут были. Деревня Фланкарал. Вернее, Франколар, да, верно. Там мы с вами на пикник еще сходим с графом. Интересно, что он там еще нам расскажет, посмотрим. Но сначала, конечно, зачистим вот это вот дело. Пещера Шепота, где пауки будут, очень неприятные личности, создания и существа. Они куда-то ушли. Все. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Дмитрий, канал Shadow L Play. До новых серий в Ведьмаке 3. Пока.